Вітайте в нашій студії. Віктор Острецов, голова обласного відділення Олімпійського комітету на Луганщині, та Павло Пантелєєв, президент Федерації стрільби Луганської області. Доброго ранку. Доброе утро. Спочатку, мабуть, хотілося сказати, що наступного року руху Олімпійського на Луганщині так вже виповниться 25 років, вже чверть століття. І так сталося, що наступного року ми вже чекаємо і на Олімпійські ігри в Токіо. Правильно? Так. Да. Готуєтеся? Да, готуємося. Як готується Луганщина до Олімпійських ігор? Луганщина, как и спортсмены Луганщины, выполняют свои нормативы, требования, проходят ассоциационные соревнования, отборочные соревнования, получают лицензии. И у нас, мы можем сказать и нашим зрителям, что на сегодняшний день три спортсмена за Луганской областью, Федерация прыжков в воду, главный тренер сбора Тамара Токмачева, тоже луганчанка, и София Лыскун, Олег Колодий. И среда Алексей, самый молодой чемпион Европы, 13 лет мальчику, 10-метровая вышка, они получили уже лицензии на Олимпийские игры. Напряженно переходит уже к определенным к изменениям, да, потому что, понимаете, в тренировочном процессе спортсмен еще может думать, а вот когда выходит уже на стартовую площадку на таких ответственных соревнованиях, как Олимпиада, Олимпийские игры, там уже думать не приходится, там нужно уже выполнять то, что полученные знания и навыки, которые нужно применять. То есть старт-финиш, да, и там буквально, если его спринтера взять, эти 9 секунд, 10 секунд, вы понимаете, как это все, нужно сжаться в эти секунды, и чтобы достичь результата. Конкуренция очень серьезная, подготовка стран очень серьезная, формация стран очень серьезно работает, значимо, а на Олимпийских играх уже играют какие-то факторы. Это и удача, и везение, и здоровье, и климат, там, и где-то что, чем-то спортсмен. Такие небольшие факторы, но влияют на результат, потому что одно мгновение. Вот я приведу пример, что Валерий Борзов, это двукратный олимпийский чемпион и трехкратный призер Олимпийских игр, а это тоже серебряная медаль, это обидная медаль, потому что немного осталось. Чего? Срыва це образу? Могло бы быть золото. Второе место на Олимпиаде или четвертое место на Олимпиаде обидное, потому что там доли секунд не хватает. Вот, допустим, случаи такие бывают. Вот Борзов два раза на 100-метровке и 200 получил золотую медаль. Среди чернокожих спортсменов. Он первый спортсмен, который разорвал эту цепь гегемонии чернокожих спортсменов. Да, они сильнее, выносливее. И он всегда на старте, вот там есть даже видео, там это японцы на то время снимали, он на старте за последние там 2 метра поднимал руки вверх и терял 1,5-2 секунды, терял на этом. Понимаете? Он тяжело такой, это провинциальные понты, как бы, знаете. Вот хотелось, так он сделал, но потерял. Мог бы быть лучший результат. Поэтому на старте, на старте Олимпийских игр это высокое напряжение психологическое. Играют всякие факторы. И, конечно, у нас очень много выдающихся тренеров. Это Горин Александр, тренер по гимнастике и сборной нашей. Он тренировал Коробчинского Игоря, которому в этом году исполнилось 50 лет, и мы его всей олимпийской семьей поздравляем с этим юбилеем. Также у нас есть Шевчук Владимир, Валентин Владимирович, который также юбиляр у нас этого года. И он заполучил заслуженное деятеля физической культуры и спорта. Тренер по легкой атлетике, который, конечно, не вырастил олимпийский чемпион, но тот средний планку спортсменов он выводил, у него есть мастера международного класса, вернее, ну, его воспитанники, которые начальник. Очень сильные тренера у нас, допустим, и детско-спортивных школах, где вы, допустим, Литвинов Валерий, это Новосковская детская спортивная школа, где готовят футболисты, сам болеет за этот спорт. У нас олимпийцев уже начинают готовить уже на детей. Ну, конечно, детская спортивная школа – это начало всех начал. Есть система выработанная, то есть детская спортивная школа, интернат, школа высшего спортивного мастерства и сборная Украины, если уже спортсмен к этому готов. У нас очень активно развивается Федерация стрельбы Луганской области. Я хотел запитати, Павло, скажите, будь ласка, а как у нас Федерация стрельбы Луганской области? Готуються до Олімпійських ігор, і чи є у збірні України олімпійці з нашої області саме стрільби? Ні, з нашої області ні. Але поки що. Пока, да. Дело в том, что это есть на то причины. У нас нет на сегодняшний день стенда и тренировочной базы. Был у нас стенд в Луганске. В 2011 году он получил свое второе дыхание благодаря Виктору Васильевичу, который возглавил тогда федерацию. В 2013 году мы провели гран-при Луганска. Пригласили мы на эти соревнования, был тренер национальной сборной Украины, олимпийский чемпион Мильчев Николай. Он очень знаком с нашим стендом, был хорошо.
И в 2014 году мы были уже в заявке на этап Кубка Украины. Ну, причины были... Ну, мы разумеем, да. Все эти причины. В 2013 году мы впервые поехали, 17 человек с нашей области, на Гран-при Харьков. Это были международные соревнования, были спортсмены из Латвии, Белоруссии. Довольно-таки мы неплохо выступили. Юниор Никита Острецов, сын Виктора Васильевича, тогда занял второе место, проиграл дончанину Пивню Максиму. На сегодняшний день Максим уже выступает в категории взрослых. В этом году он стал серебряным призером чемпионата Украины в Одессе. Ви з собою взяли ось мішені. Це якісь показові? Це ж не просто так? Да, это в этом году мы провели, за последние два года мы возобновили стендовую стрельбу в Луганской области. Мы провели 5 соревнований. Назвали мы их «Сільські мисливці». Вот такие медали мы специально приготовили. Проходит это на базе Мелового. Там в поселке Мелового мэр Лукьянцев Павел, который заболел этим видом спорта, они построили площадку, где тренировки проходят, проходят соревнования. И в этом году проходит чемпионат всеукраинский «Украины соточка». Это спортивная высокоточная стрельба. Мне назва подобається. Да, это очень такой хороший вид спорта. Мы провели уже соточка «Весна» и соточка «Схит» «Морской бриз». У нас есть хорошие спортсмены. Может, эти мишени? Да, в этом году выступали. Давай. Это мишени соточка «Схит» «Морский бриз». Соточка, это мается на вазе, потому что 100 метров, так? Да, 100 метров. Подивіться, дивіться, ось це влучает зі 100 метров. Я просто хочу сказати, у нас була така рубрика «Територія речей», в якій я якось розповідав про спортивну стрільбу. І ну, результати в мене явно були гірші, але колись там дев'яточку метрів з 60, мені здається, я влучив. Да, это результаты, это девочка наша луганчанка, да, 15 лет девочки, она заняла третье место среди профессионалов. А ось така влучність вам як, друзі, подивіться. Це теж зі 100 метрів, так? Я не знаю, на камері видно, дивіться, ось потрапляння і ось, куди потрібно було. Ну і, звісно, Павел Ізей, це теж, тут ще сложніше. Це теж 100 метрів і це теж та сама дівчинка, чи ні? Да, це її результат, це тіні. Здесь дається підготовка 30 секунд на підготовку і минута на виконання упражнений. От дівчинка перший раз приймала участь, це Пантелеєва Аліса. И показала достойный результат. И у Цивоку, как кажут, знаете? Да. Всего лишь 3 очка отделила ее от второго места. Ничего себе. Да. Так, я бачу, что в субботу, и спортивно у нас все добро. Да, налаживаем все, готовимся. В этом году мы впервые с 2013 года вот, с капитаном сборной Луганской области мы посетили в начале августа Гран-при Харьков. Это Кубок Сафари, где мы взяли первое и третье место. Первое место у нас занял наш ведущий стрелок Лиманджа Ватенгиз. Третье занял Пантелеев. В субботу прошел гран-при, опять же, Кубка Сафари, где в любителях Лиманджава занял второе место. В категории спортсмен мы взяли пятое место. То есть развитие идет. В планах на сегодня, на этот год у нас еще проведение два этапа осеннего и зимнего соточка и финал в Меловом стендовой стрельбы «Сільський мисливець». Также же в этом году весной мы провели 1 июня в День защиты детей в Меловом соревнования «Сільський мисливець», где мы впервые провели пневматическую стрельбу среди детей. Это было очень красиво. Дети с медали, призы. У нас есть спонсоры, титульные спонсоры Олимпийского комитета украинские. Привлекаем других ребят, бизнесменов. Фермера очень сильно помогают нам, за что им огромное спасибо. Ну, тобто є мотивація. Віктор, да. Давайте так, тепер ваша черга похвалитися трохи про плани. Нам Павло розповів, що нас чекає. А що чекає від, в принципі, Олімпійського комітету на Луганщині? Які заходи в ближайші часи? Заходи є традиційні, Олімпійські неділі, Олімпійські уроки, мероприятия масові там, в городах і районах нашої області. От зараз ми на 14 сентября планируем такое
мероприятий областного уровня стартуем разом в рамках проведения Олимпийского урока. То есть это большое количество. Мы хотим ближайшие города. Приглашаем все районы области, ближайшие города будут там с мэром, с главой, губернатором области. И для того, чтобы как бы вот показать единение во имя чего-то. То есть мы все-таки работаем на ученика, на школьника, на спортивника, на физкультурника. Да, вот. А так, конечно, мы рассматриваем вопросы, видим развитие олимпийского вида спорта, и вообще спорта, физкультуры на Луганщине, это честь федерации по видам спорта. Вот Пантелеев, баскетбол есть Олег Мирошник, это волейбол, светличный волейбол, опять же Валерий Новосков, Литвинов Новосков. Взагалі, волейбольная школа у нас тут... Да. Они у себя показывают свою деятельность, показывают соревнования, идет какое-то движение, будут результаты. Вопрос финансирования, для того, чтобы получить финансирование с бюджета большее, допустим, нужны какие-то программы, их нужно рассматривать. И, конечно, привлечение коммерческих денег. И я настаиваю на том и говорю, что нельзя разрывать бюджет области на это, потому что спорт – это не прибытковая деятельность. Мы показываем там наши районы, области, Украину на просторах, или украинских, и международных, допустим. Это, конечно, спорт высшее достижение, это прерогатива государства. А мы здесь на этом уровне, конечно, основное – это массовое развитие вида спорта, вовлеченность. Поэтому федерации работают, чтобы ребенок мог выбрать с родителями, каким видом спорта заниматься, что нравится, что способствует, какие физиологические данные этому способствуют. Занимаемся, работаем, участвуем, общаемся с областной администрацией. Глава Виталий Марьянович на сегодняшний день, он один из приоритетов показал, что развитие физической культуры и спорта. Смотрим развитие коммунальных учреждений, спортивных баз. Их нужно увеличивать, нужно рассматривать и совместное какое-то финансирование, строительство в районах, потому что это основа, подпитка для того, чтобы, допустим... Тобто чекаємо більшу кількість олімпійців вже в нашій українській олімпійській спірті. Ми хотим. Луганська область може війти, якщо цим займатися, как бы 14 олімпійських чемпіонів. Мені здається, що не тільки Луганську має область. Можливість, а буде обов'язково. Красно, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, нагадую, з нами в студії був Віктор Острецов, голова обласного відділення Олімпійського комітету на Луганщині, та Павло Пантелєєв, президент Федерації стрільби Луганської області.